Здравствуйте! В эфире проект «Клуб Эфлер. Природоцелитель». Меня зовут Андрей Широков. Мы говорим о здоровье. Был задан такой вопрос. Есть ли безопасный метод приготовления каш? Ну, напомню, что каши у нас делаются не из топора, а из семян. Ну, на самом деле, лучше было бы из топора, потому что с семенами все очень как бы непросто. С семенами, злаками, в общем, там из бобов, это все зародыши растения, они находятся в плодовой части растения. И я ни в коем случае не ставлю под сомнение, что наши ферменты видят плодовую часть растения, но вот добраться до содержимого клеток вот этих зародышей, это касается и орехов, это эндосперм, как бы крайне-крайне сложно, практически невозможно. Но вот там с зародышами этими проблемы-то еще вот в чем, да, они не хотят, чтобы их ели, по крайней мере, мы и не только, и всячески защищаются, и у них есть всякие ингибиторы, всякие нехорошие вещества, ну, про некоторые люди, в принципе, знают, что там что-то с бобами, ну, тяжеловатая пища, и вообще любые зародыши – это тяжелая пища. К тому же она еще вот и по-разному отравляющая. И что касается злаков, там в основном вот все истерия сейчас по поводу глютена, ну, я вот замеряю биолокации. Пшено как бы якобы без глютена, но на него очень сильная у всех аутоиммунная реакция. И есть непереносимость у многих и гречи, и киноа даже. То есть, ну, на самом деле это уже, это только, знаете, промежуточные... Этап такой, там, отказаться от глютена, но потом лучше отказаться и вообще от семян, и вообще от зародышей, потому что сколько их там не пережевывай, даже пропуская через каменные жернова, по-настоящему делая урбич, ну, чуть-чуть увеличиваете вы биодоступность, правда, оно все-таки портится, когда это все изготавливается, окисляется, и как бы овчинка выделки не стоит, но самое интересное, что нет энергии от этого, то есть это в минус все равно идет, потому что, ну, бродит, гниет, масляная фаза еще и прогоркает в толстом кишечнике, тяжело идет, требует как бы вот усилий организма, закисляет, из-за микробиоты вот бродит и гниет, да, вот эта микробиота, она дает по сути вот такой растительный гной, так скажем, да, и, ну, гадит и в пищеварительном тракте, угнетая нашу микробиоту полезную, дружественную, и еще и во внутреннюю среду частично попадает всякие шлак и токсины от гнилостной микробиоты, бродильной, плюс это я про сырое. То есть мы сейчас говорили, как безопасно сделать. Безопасно, понятно, что некоторые виды там семян и всяких зародышей, да, чечевицу ту же, там гречу зеленую только. Я сам это делал в свое время, замачиваешь там на сутки, доводишь до 40 градусов, таким образом ты не уничтожаешь ферменты, там вся, ну, как бы целостные микроэлементы. Ну и вообще это живая такая, как бы, конечно, это уже другие ощущения, то есть это как бы другой уровень уже, и это другие процессы гниения и брожения все-таки, да, они не такие, и такая идет легче по пищеварительному тракту, быстрее, значит, меньше, в любом случае, меньше как бы приносит вред. Это же, вот, ну, по поводу безопасных методов, понятно, там замачивание, можно проращивать то, что проращивается, да, там человек как только не
изгаляется, чтобы сделать несъедобное съедобным. Ну вот можно пойти и таким путем. Да, вреда меньше, но мне же пишут вот этот вопрос, да, именно с целью вот нет насыщения, поэтому как бы вот пока фруктами никак не наесться, и вот давайте что-нибудь придумаем с зародышами. Возьмем концентрат. Ну, никак не может человек, нужен концентрат. Давайте вспомним. У нас есть три, мы оговаривали, да, три самых основных версии, что нас толкает к тому, что мы, у нас есть так называемое чувство вот ненасыщения, да. Это либо патогенная микробиота требует свою пищу, а она ждет, по сути, как сырой концентрат, то есть зародышей, так еще с большим удовольствием там есть ребятки, которые ждут термически приготовленное. Это первое. Второе – это у нас настоящий жор, да, то есть нам не хватает энергии. Но нам не дадут вот эти зародыши ни в сыром, ни уж точно в модифицированном тепловом виде, после тепловой модификации энергии нам не дадут. Так что тут бесполезно даже стараться. Ну, вначале чуть будет, там, да, идет спиртовое брожение. А если вы это все потом захотите вычистить, ну, рано или поздно, если разблокируете систему очищения и будете еще переходить на более легкое питание, значит, тело начнет очищаться, поскольку его не будут уже загонять, скажем так, опускать вибрации тяжелые, более гнилостные, там, бродильные, тяжелой пищей, то, как бы, ну, получается, все равно копим опять кредит, то есть, да, с процентами. Значит, первое было микробиота, второе вот жор. Ну, давайте в жор туда впустим еще, это вот энергия жор, а недостаток каких-то элементов, да, каких-то там, ну, витаминов. Ну, тут лучше вообще-то чистить кишечник и настраивать работу организма, потому что все он легко делает сам, и ему там водичка да минералы нужны. Но вот, может быть, какие-то минералы лучше, да, из сырого, конечно, тогда это будет, ну, лучше, чем из термически приготовленного. Что-то можно получить, особенно из урбичи. Там я проверял, да, на пациенте, можно мы там даже, ну, раз человек еще переходит там на более живое питание, ну, пусть тогда будет вот урбич там из мака, льна, например, расторопшие, чуть-чуть там, чуть-чуть каких-то микроэлементов, но все их можно получить из сырья, которое не приносит вред. А тут получается, что, ну, как бы, как бы, да, урок будет дан, но только палкой будет бить по рукам. Ну, раз вот пока так, ну, пожалуйста, да. И это у нас был либо жор, либо вот недостаток, голод клетки на какие-то элементы и витамины. И третий пункт у нас – это интоксикация. Да, у нас вот кишечная трубка – это место для очищения организма, а не место, где надо гадить. Ну, как бы вот, к сожалению, все тоже на это говорят, ну как же канализация – это чтобы вот гадить. Да, когда это все вытекает куда-то, когда оно скапливается, ну, вы в такой туалет и не зайдете. Собственно говоря, себя многие люди уже, к сожалению, представляют вот такой туалет. Как бы уже, ну, не дыхнуть, страшно, страшно унюхать этого человека, и одежда его уже как бы, ну вот, к ней как бы страшно подойти. И такие люди говорят, ну, этот ваш алунит, там, да, вот калиевые квасцы для подмышек, они не сработают. Ну, я вообще не пользуюсь никакими дезодорантами, моюсь одной водой. Поверьте, когда вы перестаете устраивать из своего организма бродильно-гнилостный цех, там, в том числе по производству мочевины, да, и это желтая моча концентрированная, и потому что и воду не пьют, и все это не промывается, то у вас постепенно будут спадать вот эти запахи, и такой борьбы уже не потребуется.
Ну хорошо, вот по поводу зародышей, это интоксикация, значит, ну чем нам могут помочь зародыши при интоксикации? Ну да, например, в урбиче льна там много лигнанов, они на себя что-то будут брать. Но опять же, это, ну, лен еще тут не так уж и плохо, наверное, он вообще не всасывается, да хоть даже в виде урбичей, меньше вреда приносит, да, и как бы, ну, наверное, он не так уж и будет гнить, ну, там все равно минус энергия. То есть, ну, как бы, пишут, ну, это же хоть какая-то щетка. Ну, если вы представляете, что у вас там вообще все заросло в пищеварительной трубке, а это так и есть у некоторых, то, наверное, там, да, щетка понадобится. Но вообще, если там уже подчищено, то это такие миниатюрные структуры, микроворсиночки, там, ну, только водичка должна концентрированная, там, с какими-то мономерами питательными течь, там не место для щеток в нашей внутренней среде, да, ну, наждачкой можно почистить глаза, конечно, но лучше к ним вообще не притрагиваться, у нас есть система самоочищения, вот ее настроить, чтобы она работала, и не надо даже там это, по салфеточкой тереть. Поэтому, ну вот сам постановки вот этих вопросов, да, они там безопасно приготовление каш, там, то есть зародышей, можно сделать безопаснее, да, но это все равно будет в минус. Там, ну, 5, образно говоря, 5% выгоды, 95% невыгоды. Ну, вот почему бы не попытаться эти 5% по-другому решить? И мы уже сейчас говорили, что хочется чего-то более тяжелого, но тело не может хотеть то, что ему вредит. То есть это значит, что это идут подсказки через уже через определенное загрязнение, и не так интерпретируется. То есть нас внешний мир как бы подкладывает нам какие-то решения, неадекватные для нашего тела. Тело о чем-то кричит, либо вообще замолчало там, да, и такое бывает. А при некоторых недостатках, как вот недостаток витамина В1, вот, ну хорошо, даже тело нам дает какие-то сигналы, да, а на самом деле это там вот микробиота дает сигнал, либо это вот энергия нужна, и да, они зародыши, не получить из них энергию, не получается, у нас не получается. Или там, да, микроэлементы, ну, ради этого кидаться в зародыши вообще не обязательно. Мало ли, что там все говорят. Или вот интоксикация. Ну, ее там лучше уж водички попить. Там есть методы безопаснее, и как бы я тоже о них буду рассказывать, применяю. Ну, тут вот по зародышам, что еще хотел сказать. И вот и проростки тоже, да, они живые, я все понимаю, но там нет плюса, нет энергии. Так вот, энергия, да, ну все ясно, там если микробиота, или если интоксикация, ну если нужна энергия. Если нужна энергия, возвращаемся к трем фазам питания. Первое, минералы плюс вода, заход у нас идет. Второе, это кусочки бананов, там пол банана, либо 4-5 фиников, либо там пол авокадо, это максимум за один заход. Третья фаза кислотная, это была питательная вторая, да, третья кислотная, можно чуть-чуть лимонной водички, это по желанию. Если нам надо заправиться, у нас реально у человека энергия просто вот минус, то есть ну срочно надо, мы можем только это сделать. Заходами, например, каждый час вот по такому заходу. И через будет насыщение через несколько часов, да, к примеру, мы увидим стабильное что-то. Мы не можем взять и заправить человека на день, там, на год. Это не цистерна. Там идут процессы метаболизма. Это живой организм, который берет субстраты и либо сам их расщепляет своими небольшими возможностями, как вот у нас, ну да, вот так вот, не рассчитаны мы там на большее, либо за него это делают микробиота со всеми плохими вытекающими последствиями. Поэтому либо мы маленькими порциями даем то, что это фруктовые углеводы, не провоцирующих очистку фруктов.
Потому что если человеку плохо, не хватает энергии, апельсинчики, там, мед, это даже вот не фрукты, просто говорю, это все не сработает на плюс. Тот же, ну, ладно, мед, но там апельсины, мандарины, например, виноград, там хурма, все они чистят, они провоцируют. Энергии уйдет больше, мы не выполним задачу. Когда вы здоровы, и вы можете над собой издеваться и проверять свою стойкость. Например, в конце концов, даже кислыми фруктами, как это делаю я. Я вот экспериментирую, но иногда тоже мне страшно от своих экспериментов. Но я могу себе это позволить, у меня нет жора уже, да, я как бы изучаю себя. Если вы хотите изучать себя более жестко, вы можете играть с зародышами, уже с концентратами, переходить в конце концов на живую животную пищу, то есть там сырыми яйцами. Еще дальше углубляться можете, взять и термически приготавливать сначала растительную пищу, потом животную. Ну, так эволюционно примерно шло от плодов через овощи и пошло дальше на варенку. И вы можете экспериментировать, изучать, насколько вас хватит, да. Ну, когда, я просто к чему говорю, что когда у меня и вот пациенты, и родственники говорят, ну вот, вот прямо вот да что-то сделайте, нет энергии у человека, там синий, все. И когда начинаешь писать эти три фазы и делать упор на питательную, что это только мякоть вот этих плодов, не провоцирующая чистку. Здесь это только бананы, финики и в ограниченных количествах авокадо. И зрелые. Ну, проще всего зрелые найти финики, необработанные. Иранские есть в коробках сухие, либо Израиль. Они вот тоже хорошие, лучшие качества, но дорогие. Вот этим можно дать больше, чем этот субстрат отнимет на свою переработку, и не запустив очистку, не уйдет эта энергия. Вот все спрашивают меня, почему я все это повторяю. Ну, потому что это практически никто не делает. И я в свое время тоже с трудом дошел до этого, да. А там изменения идут просто вот на глазах. Поэтому вот по вопросу безопасно, ну да, переходить на желтый свет может быть безопаснее, но немножко поддавит. Как бы бить, может быть, по спине безопаснее, чем по голове. Ну, как бы здесь каждый пусть сам решает, нужно ему вот испытывать себя или нет. И еще раз, да, прикрываться тем, что нет насыщения, это ощущение, это не имеет отношения прямого к голоду клетки. Мы должны смотреть и анализировать. Нам это паразиты диктуют, у нас токсины, нам плохо, нам надо туда хоть что-то. Мы придумаем, что безопаснее, и водичку пить не забывайте. Либо это реально нет энергии, и тогда нам надо дать то, что реально ее даст. И либо минералы, там витамины, и мы найдем тоже безопасные способы их внедрить. Меня зовут Андрей Широков, клуб Эфлерс, www.эфлер.ру. До скорых встреч!